Всем привет! Листаю сегодня новости, и что я вижу? Двух оперов из Криворожского отдела полиции, которая в Днепропетровской области, задержали и вручили им уведомление о подозрении по части 2 121 Уголовного кодекса, это нанесение тяжких телесных повреждений, а также статьи 365 части 3. Это превышение служебных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Что произошло? В июле 2019 года два вот этих вот опера проверяли факт кражи. И при проверке они вызвали одного из местных жителей к себе в отдел полиции. Там начали ему угрожать и начали от него требовать, чтобы он взял на себя вину. В итоге, после того, как человек отказался это делать, они начали его избивать. Избивали его так крепко, что в итоге человека пришлось госпитализировать. В больнице выявили, я так понимаю, многочисленные травмы, внутреннее кровотечение. И человеку в итоге, вследствие там, нескольких операций, удалили селезенку и левую почку. У меня все. Кого-то зачекался, мама не прийде. Не знаю, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути, таке бажа не люблю. Тому я таки тобі не дам повішати петлю.